Традиційно у жнівінські дні волонтери БРСМ ладять республіканську акцію «У школу з добрим серцем», головна мета якої – допомогти собратися у школу тим, хто має у гэтым потребу. До речі, летось одноіменне мероприємство допомогло собрати портфель школьникам більш чим трьох десятків сім'яв Могилівщини. На данный момент приблизительно 50-60 семей уже получат тот необходимый минимум для того, чтобы дети смогли качественно подойти к образованию и к обучению. Але волонтеры сподяются, что их это не межа. Все лето для проведения акции брали два буйные гандлевые центры Могилева. Упэўнены, что это дозволит притягнуть до доброчинной акции як мага больше людей. Мы не просим покупать что-то дорогое, мы просим купить просто ручку, тетрадку. Каждая ручка, тетрадка поможет какому-то ребенку. По крыху акцийный волонтерский кошек пополняется. Вось могилючанка Наталья купила шитки, коляровую паперу, фломастеры. Каже, с дятинства бачила приклад батьков. Теперь сама николи не проходит мимо. Как-то вот с детства это неслось, и всегда, когда вижу такие акции, всегда стараюсь принять хоть какое-то участие, потому что на самом деле творить добро – это несложно. Мне кажется, для каждого пойти купить там ручку, карандашик, альбом для рисования – это ничего не стоит. Поудельничать у акции может каждый, кажут организаторы. Достатково у додаток до своего кошика с продуктами набыть, например, алоки эти фарбы и передать их волонтерам. И это будет реально унесок у подрыхтовку до навушального года школьника с малозабеспеченной семьи. Обязательно нужно проводить такие акции, и люди будут тянуться, я думаю, и помогать. Сбор канцелярских товаров протягнется до 15 вересня, тому еще есть час, как сделать добрую справу. Волонтеры чекают у гандлевых центрах что дня с 16 до 19 годин. Долучайтесь. Алена Мельшанкова, Александр Тарасов, Новин региона.